У нас еще одно включение. Мы знакомимся с Венди. Мы пришли на площадку, которую апгрейдило метро при строительстве метрополитена. Вот. Она уже собралась уходить домой. Вот такая вот шоколадная. Это у нас же лабрадор, да? Ага, шоколадка такая. Вот она какая, темный шоколад. Он не горький, он, наверное, сладкий. А сколько ей? Полгодика, да? Вот, полгодика ей. Полгодика. Тут кто-то, какие-то дядьки или кто это, устроили какие-то лежанки. Но пока мы... Татоша, иди, иди поиграй. А то Венди нужно ассоциироваться. Или как это называется? Ну, иди, ну не пыли. Зачем напылил-то? Татоша! Бандит. Ну, Венди, вот такой у тебя сегодня напарник. Вот. Вот такой. Вот мы снимаем. Давай поближе. Наша мама любит всех Татошиных подружек. Давай мы мордочку снимем. А потом твой папа зайдет на канал посмотреть, какая ты красивая со стороны. И скажет, да что у меня за сокровище такое? Что у меня за такая шоколадная конфетка большая? Шоколадка. Вот она, вот она, вот она с папой в домике. Ну, иди нападай на него. Нападай на него, дай ему разгону. Он у нас уже старенький, поэтому его надо шевелить. Шевелить. Вот такой у нас еще один ролик. Вот такой ролик у нас. Ну ладно, если они разбегаются, что вряд ли, потому что очень жарко. Сейчас полдень. Даже, наверное, не полдень, заполдень. Да, градусов 26 в Москве, это очень жарко. Ну вот, вот такой у нас ролик. Все, всем хорошего настроения, берегите себя.